Понеслась. Вот она. Красава зашло. Вот была попытка, смотрите, что я сделал. Была попытка пройти. Я немножко вскользь направил и одновременно встречная контратака. Но это, в принципе, неплохое действие было. То есть мне пришлось реагировать уже. Вот выход. Фуань, попытка, заблокировал. Вот после фуань, кстати, неплохо, бывает, сюаньфа заходит. Каким образом, смотрите. Такая полусюаньфа. И сюда проходит. Если брать прикладные, вот у нас кусочек. И тут же в темп. В бок, во фланг вошел. Попробовал фэньгуа. Защитился, здесь защитился. Смотрю, что дальше делать. Вот здесь немножко, да, мы пошли на стык. Уперлись. Нет смысла бороться, он хорошо стоит. Я могу еще раз проверить. Видите, на пяточки все ставлю. Но получается противоход сила, который я тут же проваливаю. То есть, если есть возможность смять, я сминаю. Там мне хорошо уперся, тогда я противоположные усилия включаю. А сейчас я почувствовал потерю усилия на центр. Вот сразу с первого движения. И тут же, как вода затекает в любую поверхность, которая ниже находится, без ничего личного, просто она затекает туда, так и здесь, в любую расщелину. Перешагнул, видите, выгодная позиция у меня здесь на центре ноги и более удобная позиция. И я чувствую, вот здесь не хватает усилия на закрытие. То есть я могу атаковать сюда и получаю доступ сюда, а дальше еще дальше могу заходить и без боли, без того, что боязни получить встречный удар, я сбоку зашел. У меня есть хорошая возможность для атаки. Хуа, обратите, вот хорошая позиция для работы. Здесь вся сила собрана. На данный момент более-менее заблокировано, поэтому я могу вот такой перешаг проверить здесь. Опять защитился. Здесь проверил, здесь. Вот. А здесь, посмотрите, вот в этой ситуации у нас есть на 8-м уровне удары плечом, головой. Вот оно. И в этой ситуации может работать. То есть любой частью, которая мне удобна. Наполовину гоу-гуа прошло, дальше заблокировал, но я получаю доступ головой и сюда, и сюда. Фэньгуа. Вот он уперся, да, используя встречное усилие. Вот здесь работает, здесь усилие. Здесь, здесь снова. Почувствовал возможность пройти отсюда. Так, даю возможность немножко поработать Степану. Ух, да, ничего, пробуем, мы учимся. А, вот положение слабое, а как должно быть, вот. Без усилий прошел, а где-то вот на запирание хватает. Тоже практически без усилий, потому что на автомате рука шла и не хватило противоположные усилия в обратную сторону закрыть. О, да, сейчас нормально. Ага, хорошо. Пробуй, даю возможность себе поработать. Ну тогда я разверну. Ну ничего.
Думай, башка. Что можно? Что? Можно. Можно, да, ага. Ну, наполовину заблокировал, но не очень хорошая позиция. Практически я в горло прошел, если брать применение. И тут же опять вот смятая, да? То есть, что, какие выводы Степан мог бы сделать? Что вот нижний винт надо больше. Это частая проблема у многих, чтобы не было сминаний. Потому что сейчас была вот такая позиция. То есть мы в любой ситуации, пышу, в идеале, если мы хотим расти, должны анализировать, делать паузы, делать медленно. В идеале более старший товарищ, он помогает, подсказывает, где зарыта проблема. И тогда в одиночном варианте делает. Вот сейчас Степану мы сделаем паузу, а Степану дам возможность нижний винт поработать. Вот, пожалуйста. Так, поехали. Вот сейчас, да, как раз у нас сработало. Вот, отвел, отвел. Сейчас медленно анализируем, смотрим. Чуть-чуть, да, но потом пришлось уже реагировать в таком масштабе. Перешаг сделал. Здесь посмотрел. Потому что почему я перешаг сделал? Здесь он хорошо стоял в такой позиции, я перешагнул, а вот отсюда уже хуже. Поэтому вот эти перешаги, они расширяют нашу тактику. Вот сейчас сюда аналогично произошел. И здесь он защищен, Степан, но у меня есть возможность, допустим, вот такая винчивающая усилия, да, да? И потом, как обратно, трехходовка получается попытаться зайти. А вот сейчас не хватило нижнего винта с этой руки. Вот без большого прохода сёньфа. Опять, видите, рука вот так бы была лучше. Упирайся вот здесь, вот такой вот. Видите, здесь более, больше того, она может быть атакующая. Проходила, Актём, вот сюда. Да. Контроль локтя, чтобы он не прошел, и одна рука проходит. Здесь фактически я могу фали выполнять. И сейчас более разнообразную работу ногами я буду выполнять, чтобы зайти на удобные мне позиции. Гоу-гоа! Сюда. Фэнь-гоа. Да, да, да. Пытался воспользоваться моей остановкой, чтобы только хотел сказать атаковать. Пришлось реагировать. Проверка. Мягенько. За локоточек. Повел туда. Вот, что это было? Делаем не так же, вот с таким отшагом. Хуань, да? Заблокирую. Я отсюда сам можно атаковать. То есть я блокирую хуань. И вот такая стандартная контратака. Мягко прошел. Ага. Все. Да. Вот. Хорошо, делаем паузу небольшую. Еще винты. Конечно, это не за одно занятие, но есть понимание, что чаще всего проходы здесь бывают. И когда я сегодня фа делаю, вот блокировка вот более лучшая, а не вот такая
Давай.